Приветствую. С вами Павел Колесов. Я сейчас путешествую по Америке, и в эту ночь я ночую в отель, не отель, наверное, мотель Days Inn. Номер стоит $90. Давайте я вам его покажу, чтобы вы могли оценить, насколько этот номер хорош. Может быть, вы тоже захотите останавливаться в мотелях Days Inn. Ну, во-первых, тут широкая двуспальная кровать, тут мой сумочка, рюкзак, воды притащил. Широкая двуспальная кровать, кстати, да, рабочий стол, или там просто журнальный стол с двумя креслами, что удобно. Рабочий стол с зеркалом в полный рост. Телевизор дремучий, правда, но здоровый. Так, шкафчики, ага. Отдельная доска, 6 плечиков и пакет, наверное, для стирки. Ну, тут у нас ящички для одежды. Вот это типа двуспальная кровать, хотя, на мой взгляд, это скорее полутораспальная. Тумбочка. Часы что-то не работают, отключены, наверное. Так. Это мой чемодан, холодильник. Так, ну здесь свет включить. О, здесь свет включился, отлично. Холодильник работает, что приятно. Мини-сейф. И здесь для умывания. Прям в номере. Раковина. Фен для волос. Здоровенное зеркало. Полотенчики. Так, посмотрим, что у нас тут дальше. Дальше у нас тут ванна. Так, ну, санузел, унитаз и ванная-душ. Тут дурацкая американская система, что душу монтировать на стенку и никак ты им управлять не можешь. Только покрутить немного вверх-вниз. Так, ну и такая вот мелкая ванна. Я, правда, не понимаю, из каких соображений делают ванны такими мелкими, что в них, в общем, не поплещешься. Ну и пара полотенчиков. Ну, в общем, как-то так. И лампочка только одна. Ну да ничего, одну ночь переночевать вполне себе ничего. Ну и здесь, соответственно, выход. И здесь спальные корпуса тоже с кучей таких же номеров. Еще простенько, со вкусом, что приятно, включен завтрак еще с 6 до пол-11. Посмотрим, что есть за завтраки. У них, правда, как обычно, очень скромно. Ну что, и это отель Days Inn. Номер. Вон он здесь. Номер 143. Ну что, я надеюсь, эта небольшая видеоэкскурсия оказалась для вас полезной. Если да, нажмите, пожалуйста, на кнопку лайк, подпишитесь на мой канал и до встречи в следующих видео. С вами из отеля Days Inn Павел Колесов. До следующих встреч. Путешествуйте, это классно.